Раджаб Раджабов, Россия. Раджаб Раджабов, Россия. Is in the blue corner. В красном углу ринга Артём Чеботарёв, Россия. Артём Чеботарёв, Россия, is in the red corner. Готовится продолжать бой заслуженный мастер спорта России Артём Чеботарёв. Ему 27 лет, из них 19 он занимается боксом. Чемпион Европы, призер чемпионата мира, чемпион мира по версии ATP. Артём завоевал путевку на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Всего он провел 342 боя, из которых 317 одержал победу. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Казинова. Артём Чеботарёв is in the red corner. He is a sportsman from Russia who is 27. He has been boxing for 19 years, and among his best accomplishments is European champion, World Championship prize winner. And this sportsman is going to represent Russia in Rio de Janeiro 2016 Summer Olympic Games.
His coach is Mr. Kaziev. Round two. Победителям и призерам весовой категории до 69 килограммов приготовиться к церемонии награждения. The boxers of welterweight category are asked to get ready for the awarding ceremony. Третий раунд. Round three. Thank you.
одержал победу в этом бою и стал победителем соревнований спортсмен в синем углу.